Святой Екатерины? Это собор, да? Здесь проходят какие-то события, и здесь музыку слушают классическую. Ага, это типа... Это ярмарка местная. Это базар? А, это местная барахолка, да? Пластинки, обувь. Это все записывается. Похоже, да, вот это, именно эта часть города? Да. Это же хороший Wi-Fi везде, да? Барчик. Бар. Вот у них местная еда. Да, ты говоришь? Это все центр города. Так, бесплатно. А сколько стоит, значит, этот вот? Вот интересно, я сейчас подойду и посмотрю, сколько стоит. А, тут все по-литовски. And Cyclocity LT. Cyclocity. 20 лит надо заплатить and choose the cars you prefer. Такой автомат. Короче, сколько это получается за 2 часа езды? Скажите, я записываю. Полчаса бесплатно. Остальные полтора часа. Ну, 2 часа, если хочу покататься. 60 гривен. Да. Дороговато. Велосипедные дорожки. Они как в Киеве? 12 километров сделано, да, Павел? Вы же так говорили. Да. Вот.